Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Вы идите вперед, я с Чарли. Ладно. Мы играем в Uncharted 3, Иллюзии Дрейка, ребята. Глава называется «Срединный путь». Чарли, нет, проходи. Нет, нет. Идем, Чарли. Чарли накрыло. Ему, короче, в шею прилетел дротик. Куда меня ведут? И у него начались галлюцинации. Зачем я вам нужен? И ему сказали, чтобы он мне не верил. Не верь Дрейку. Давай, Чарли. Не трогай меня. Все хорошо. Он мне так и не доверяет. Не бойся, Чарли. Все, мы вышли. Давай, идем. Вы идите, я справлюсь. Мы тебе последний. Давай, почти пришли. Боже, стены вокруг смыкаются. Они смыкаются. Нет, я не могу. Клаустрофобия еще. Хватит. Боязнь замкнутого пространства. Давай, Чарли, быстрее проходи. Нечем дышать. Мне нечем дышать. Воздух. Надо на воздух. Выпустите. Пустите меня. Пустите. Не надо. Все нормально. Не надо. Не надо. Главное, чтобы он не натворил ничего, потому что, ну, реально сказали, чтобы он мне не доверял. Но как можно не доверять Дрейку, Нейтану Дрейку? Ты что? Чарли. Вот нет, и все. Нет. Чарли, идем, осталось чуть-чуть. Не подходи! Хорош, ты чё? Чё, хочешь подраться, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, понял тебя. Надо его успокоить. Чёрт! Чарли, ты же дружище мой, ё-моё. Надо уворачиваться. Смотри, он его не бьет, просто уворачивается, толкает. Хорош, дыть мне морду. Ты чё делаешь сейчас? Блин, спину мне сломаешь так. Всё, хорош. Стой. Успокойся. Ну, прекрати. Все, хорош. Я не хочу тебя бить. Я ведь правда не хочу его бить. Хватит! Я не буду драться. Ай! Получил я от него. Аккуратно. Тихо. Это же я, Нейт. Чарли, давай успокаивайся уже. Да хорош. Не, что происходит? Он меня сейчас задушит так. Хорош. Чарли, стой. Хватит. Чарли, кто там? Господи, Чарли. Он его убьет. Чарли? Чарли, крепкий парень. Чарли, ты что? Отойди быстро. Чарли, ты убьешь Нейта. Чарли, слушай меня, ты убьешь Нейта. Чарли! Вот это его накрыло. Господи. Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, прости меня, дружище. Я... Отвали. Ладно, главное, одумался, надеюсь, он. Погоди-ка. Ты что? Правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Давай, Чарли, дуй вперед. Ну, класс.
Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе, уже почти все. Ладно, надо идти, нас будут искать. Так, а что мы ищем? Мы... А, нам надо выбраться. Куда-то и найти выход. Ну-ка, ребята, за мной все, быстро. Я что-то нашел. Ничего не нашел. Пойдем дальше. По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. А как вращаться? Ну, давай попробуем что-нибудь повращать. Где мой блокнот? Ты его сам Толботу отдал? Что? Да брось. И пушку тоже. Ну-ка. Вот дерьмо. А, вот можно вращать, давай. Надо придумать, как его повернуть. Кто помогать-то будет мне, а? Вроде вода должна быть. Где вы все ходите, ну-ка? Вода, сейчас найдем, как сделать. Если вы мне поможете там покрутить, то все нормально получится. Пошли, я уже нашел, где что надо делать. Салли, пошли, давай. Не тупите, ребят, я уже вон там знаю, где выход. Лестницу. А, вот Чарли, видишь, и то нормально сообразил. Пошли. Видите что-нибудь? Вроде их можно зажечь. Это какие-то как полыхнет. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще две. Где еще одна-то? А, вон, смотри. Еще две. Еще одна. С трех сторон будет. Последняя. Удивительно. Но лучи ни с чем не совпадают. Ищем, ищем. А с чем должны лучи-то совпадать, я не понял. Ну, луч, понятно, светит. Салли, ну-ка давай подскажи, ты там внизу стоишь, тебе виднее. Ну-ка ищите все. Так, если сюда подойти. А если я прыгну на него? Ну-ка, думайте быстро. Ну что, вот здесь крутилка-то все равно надо что-то крутить будет. Ну это потом, ладно. А что совпадать-то? Может двинуть надо что-нибудь? Ну-ка давай статую снизу осмотрим. Вот, совет, подожди. Эй, вон там проход. А вон там проход. Подожди, какой там проход? В потолке нет прохода, но это где-то наверху. Ну, стоп. Как туда? Там где-то проход. А, вон проход. Ну, пошли обратно наверх туда тогда. Где-то я там просмотрел проход. Чарли, ты где, братан, стоишь-то? Мне с тобой надо еще пойти поговорить. Наверное, надо сразу с ним разобраться, пока его опять галлюцинации не накрыли. А, ну вот он уже у прохода стоит, он все знает, пошли. Он самый грамотный здесь. Малорик. Так. Вот, подождем еще сейчас. Эй, эй. Это вода? Не уверен. Это пауки, ё-моё. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Вижу. И еще как вижу. Главное не подпускать их. Они боятся огня по-любому. Да ну. Просто стой на свету. Ты что? Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, псих. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел,
Эту жаровню можно зажечь. Давай попробуем. Тогда можно... Так. Бросай. Молодец. Все, и пауки разбежались. А дальше-то что? Ну, дальше прыгаем, получается, туда. Ладно, отлично. Возьми другой. Где другой? Там внизу еще одна жаровня. Сможешь добросить до нее факел? А, вон факел, подожди, давай, берем. Конечно, доброшу, делов-то туда просто надо размахнуться как следует. Ну-ка, Во, вот так будет нормально. Сейчас все пауки разбегутся. Я очень боюсь пауков. Причем они такие огромные, капец. Еще факел. Возьмем с собой, вдруг пригодится. Может, еще где-то можно что-то поджечь. Чтобы нам было светло и здесь бродить было не страшно. А, вон, на цепочку надо прыгать, быстрей. Факел улетел. А сейчас куда? Подожди, подожди. А, вот так размотаемся. Но здесь пауков может быть много, у меня факела нету. Быстрей, они идут! Да идут, идут, я понял тебя. Мне надо туда, наверх добраться, главное, чтобы... Здесь они не будут меня трогать. Вот, факел есть, все нормально. Чарли, ты пойдешь за мной, нет? Мне надо на цепочку прыгнуть. Я допрыгнул. Ай, ну я отпустился поздно. Вернее, рано. Давай еще раз. Во, вот так. Нет, не так. А почему? Почему? Что случилось? Они меня сожрали, похоже. А, надо поджечь. Подожди. Все, понял. Туда не прыгать, пока... Молодец. Пока не загорится факел. Жаровня, точнее. Так, молодец. Все, нормально. Вот сейчас можно прыгать. Цепляйся. Еще факел взять. Сейчас, Чарли, братан, я тебя спасу, ты не переживай. Куда? Теперь сейчас, куда? Смотри, сколько их много, это капец. Во, уже Чарли подоспел. Вон там еще жаровня, смотри. Метка. Давай еще факел. Конечно, метка, я учился так кидать очень долго. Хорош, 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 куда ты? Так не пойдет. А, что, отсюда что ли начали? Ну ладно, тут в принципе недалеко. Молодец. Оп. А, нет, залезь, залезь обратно. Не прыгнул. Прыгай. Давай к следующей жаровне. Слишком их тут много. Откуда они берутся, нет, все эти пауки? Так, а мне теперь что делать-то? Как спуститься? Пробуем просто прыгнуть. Давай прыгаю. Отойди. Чуть не переломался весь. Окей, вон шар это, крутится, смотри. Шар крутится, из-под него вода бежит. А, вон и Салли стоит. Хлоя с ним. Так, ну куда идти дальше-то? А, мы с другой стороны, получается, прошли. Вот, все, я это место видел там. Давай покрутим. Чарли, пошли, мне помощь твоя нужна, давай. Иди потяни за тот рычаг. Быстрей. Попробуем. Пробуем. Вот сейчас вода пойдет, все нормально будет. Вот так. Вода пошла. Пошла, все наполняется. Только не говори, что придется плыть. В чем дело, Чарли? О, котик боится воды. Ты я чё? Ненавижу мокнуть. А, ты что, хоть плавать-то ты, умеешь? Девчонка? Чарли боится мокнуть. Да что тут мокнуть, смотри. Раз. О, быстрее меня сиганул. Да подожди меня, сейчас поплыли. А я дальше поплыву. Вот, давай смотрим, что получилось у нас. Вода пошла, надо вот здесь еще открыть. Иди, Чарли, помогай. Ладно, еще раз. Ладно, еще разок. Сейчас мы запустим это все дело. Вот. Сработало.
Он вертится. Теперь он должен повернуться. Сейчас повернется как надо, смотри. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Ну-ка, что-нибудь совпадает, нет? Вот сейчас должно совпасть, смотри. Почему не совпадает? А где еще покрутить, может, что-нибудь можно? Шар повращать. Хлоя, ну-ка, посмотри. Нет, что-то мы не так делаем. Надо еще, наверное, крутануть. Что-то слишком высоко это все. Ну-ка, пошли, Чарли, мы что-то с тобой не доделали. Может, больше воды надо? Не, нифига. Так, ну-ка. Попробуем его сдвинуть. А, его можно сдвинуть? А как? А, вот. Ну, давай сдвинем, ну куда? Покрутить его надо, вот. Стоп, сейчас мы где-нибудь совместим. Ну-ка, похожее ищем, похожее, где-то что-то похожее, чтобы... Все, я вижу. Я вижу похожее. Только его надо... Вот, вот эта штука очень похожа, вот, но только ее надо развернуть, вот. Развернуть, а как его развернуть? А, вот, другое вращение. Все, сейчас повернем, нормально все будет. Смотри, я нашел. Совпадет сейчас, как и должно быть. Карта один в один. Видал? Сейчас что-то откроется. Молодец, парень. Справился. А то, блин. Вот это да. Это, наверное, вход в склеп. Идем. Нам надо наверх. Поднимаемся по лестнице и идем в склеп. Ребята, не отставайте от меня. Нейтан Дрейк бегает очень быстро. А, так. В смысле не отставайте? Они уже здесь давно. Это я там медленный. Ну вы шустрые, я вам скажу. Ладно, давай, я за вами уже не успеваю. Какая долгая лестница длинная, а? Я уже устал бежать. Так, ищем могилу рыцаря. За стеночку. Типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Да, кстати, нам надо вторую половину амулета найти. Одну мы нашли во Франции, все верно говорит он. Мы за этим, в принципе, сюда и пришли, за второй половиной. Это он? Да. Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. Ну-ка, аккуратно. Если пауки там... Ничего, ребята, не боятся. Вот и он. Точно, что все. Я говорил. Совмещай. Дай вторую половину. Ты знаешь, она... Она у Толбота. Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот. Видишь? Хм. А надпись целиком? Укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Вот и все, он ее да, перерисовал да, просто. Это я себе оставлю. Ладно. Ну а где путь в Йемен-то? Сейчас ребята придут кто-нибудь. Черт. Нас выследили. Надеюсь, тут есть другой выход. Давай искать другой выход. О, чувствую сквозняк. Где? Где дует? Ну-ка, быстро. Покажи, где. Значит, тут можно разрушить стену, наверное, вот эту. Давай толкнем. Эй, сюда. Ну-ка, навалились все. Да, да, тут сквозняк. Может, это внешняя стена? Поддается. А, она просто подвинется. Чарли, помоги, давай, да. Давай, толкай. А тут чувак стоит, прикинь. У нас мало времени. Да давай. Тихо вы, чё? Ну... А, мы его это завалили, возьму, нифига себе. Спасибо. Спасибо, братан.
Так, а куда дальше? Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни. Опять накрывает Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы поняли. Так? Надо у Чарли пистолет забрать. Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Нифига, он за нас, он притворился. Молодец какой, а. Живо, к башне. Валим быстро. Пошли, пошли. Черт. Бежим. Быстро, быстро, надо уворачиваться. От лазеров, от этих, они очень крепко стреляют здесь, ребята, быстрей. Все. Ты бы хоть подмигнул, что ли? Я же не ожидал, что вы так легко сдадитесь. Ха-ха, молодец, Чарли. Разыграл хорошую сценку, да? Давай с нами, ты чё? Прыгай, Чарли! Слишком далеко. Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо. А как он выжил? Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. Не, ну Чарли надо спасти, ребят, вы чё? О, Катер, ты подавал такие надежды. Ну да. Правда. Большие надежды. И вот... Как грустно всё обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Так, а что ему делать-то? Надо спасать его как-то. Прыгай, прыгай туда, к ним. Дрейк поймает тебя. Черт, нет. Черт, черт. Нет. Нет. Скорее, уходим. Он просто вниз прыгнул, переломался. Мать твою! Тихо, не дергайся. Моя нога! Не трогай! Она сломана! Без тебя знаю. Ты успокойся, Чарли. Дыши ровно. Нейт, посмотри. Чертовщина. Все, пора уходить. Оставьте мне пушку. Убью их нахрен! Нет уж. Мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Пошли с нами, Чарли, все нормально. Я держу. Держишь. Прикрывайте. Вылечим тебя. Пошли. Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Ну вот так вот, понимаешь, что? Ему нужен врач. Подожди, а почему пушки нет у меня? Сейчас возьмем. Так, 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 тихо. Надо сваливать. Конечно, сваливать, только надо разобраться сначала. С этими. Так, а чё? Так, жизни-то мало. Ну-ка, тихо. Тихо, дай-ка я подлечусь. А, вон потому, что их много, сколько стоит. Как выжить-то, а? Мне надо, значит, куда-то бежать туда, прятаться за какое-нибудь заграждение. Возможно. Быстрей. Я же всадил пулю. Его пижон. Да что ты, отдай мне автомат. Вы видели? Ему нужен врач. Надо вываливать. На. Тихо, пацаны, я за колонну. Аккуратно. Жалко, нет гранаты. Опа. Да не так, я не так заказывал гранаты. Вы чё?
Так, кто там? Ну-ка, с тобой. С тобой разобрались. Давай следующий. Подходи. Ну-ка, стой. Куда пошел? Или он подходить ко мне пошел? Ну, опа. А вот это плохо. Плохо. Вот этого надо как-то... Тихо. Пацаны, откуда у вас столько гранат, а? Резко ко мне подходит. Кто-нибудь спасет меня, ребята? Никто меня не спасет, да? Опять эти двое. Ты посмотри на них, а? Где, чё, берегись? А, ты, Салли держит Чарли, мы, получается, с Хлоей только отстреливаемся. Да пошел нафиг, а? А как сверху, если на него спрыгнуть? А, так я так могу попасть по нему, вот и все. Хорошо, все, давай дальше идем. Вот и гранаты подоспели. Ой, тихо. Тихо, 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 тихо. Сядем спокойно, ровно. Отдышались. Как раз одна граната на тебя. Оп. Все. Щит оставь. Кто там еще? Подожди. Тихо, тихо. Да, я сейчас просто рассвирепею, да? Хотя тут и свирепеть не надо, он упал сразу. Собираем все, что есть тут. Хлоя, давай тоже помогай мне, я один тут не справляюсь. Патроны. Пойдем, ребята, вперед. Ах ты, посмотри на него, да? Выскочка, ты... Ну-ка... Там еще двое. Да как так-то? Подожди, он меня отстреливает прям сильно. Так, все, отдыхай. Где второй? Рванет, плохо. Хорош, 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 подожди. С дробовика фигарит. Надо отдышаться. Вот теперь пошли к нему. Не, у тебя ничего не получится, братан. Я рукопашкой обучался рукопашному бою. Понял? Оп. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. Идут за нами. Быстрее за нами. Куда там? Чего? Идем вперед. Помогите открыть. Давай я тебе помогу, не переживай. И не кричи так, а то нас услышат. Хотя так нас и так, и так услышали уже. Заходим, выходим точнее. Осторожно, еще враги! Где? Черт! Опять этот идет. Ладно, сейчас мы придумаем, как с ним. Пусть сюда ближе подходит. Оп! Нет, плохо, что она упала до него. Это чтобы за ним выскочила, она улетела. Вот так. Вот, отлично, все. Еще бы гранатку, а. Одной маловато. Не, было две, но одну я бесполезно использовал. Здесь по ногам. Да хорош. Вот этот крепкий попался, смотрите. О, каким бы крепким он ни был. Сейчас мы с ним разберемся. Отдышусь только. Типа он что-то близко подходит уже. Ну-ка, 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 ну-ка. Тихо, не надо так делать. Ай! Да как так-то, а? Еще раз. Осторожно, еще враги! О, черт! На, пусть ближе подходит, надо гранату ему швырнуть. Туда, к будке! Видишь, потому что двое со щитом идут. Было бы хорошо, если бы они оба сразу подошли. Оп. Бам, отлетел. Ну, вторая граната, это для второго припасена. А, ну вот этот пусть тоже идет.
Мы сейчас их по двоим попадем. Давай вот так, раз, и второго тоже зацепим. Бам! В смысле? Не получилось, прикинь. Так, надо аккуратно так. О, пока лежит, лежит. Давай, попадаем, попадаем. Он спрятался за щитом, но можно попасть. Ну, давай. Есть, готов. Теперь с этим. Мы с этим в рукопашку пошли. Потому что... Так его долго будет бить. Лучше в рукопашку. Вот и все. Гранату взять. А, стоп, щит есть. Щит. Пошли тоже со щитом, а то что они такие? Стоп. Видишь, как щит спасает? Нормально. Где? Иди сюда. Видишь, вот хорошо вообще со щитом. Классно ходить. Наверное, буду всегда со щитом ходить. Главное для УЗИ набрать патронов. Все, можно прям вообще вплотную к ним подбираться. Вот так, раз, и все. Кто там? Ага. Я вас услышал. В смысле, щит разломали, прикинь? Подожди, у меня есть здесь еще запасной. Где он? А, вот, лежит, все, забираем. Ну и пошли туда, подойдем сейчас. Все будет нормально. Так, тихо, где они там? Вот, спокойненько вот так, раз, раз. И щит цел. Перезарядились. А, вот еще ребята стоят. Тихо, граната прилетела. Раз и два. Дальше куда? Пойдем здесь спускаемся. Ой-ой-ой, ептики. Видишь, какой у меня щит хороший. Ну, скоро патроны будут заканчиваться у УЗИшки, поэтому давай-ка берем уже калаш. И разбираемся с этими ребятами уже вручную. Все, идем быстренько, проходим, пока никого нет. Пока тишина, все, пробираемся быстро. Хлоя, давай быстрей. Надо выбираться отсюда. Выбираемся. Держись, Чарли. Помогай. Еще немного. Сейчас опять кто-нибудь придет. Так. О, автобус. Быстро туда. Ладно. Да, неплохая идея. Ничего себе, идея. Автобус с туристами. Поехали. Здрасте. Там смотреть нечего, честное слово. Давай-ка. Раз, два, молодец. Ничего, ничего. Так, садись. Я поведу. Присмотри за ним. Вот и они. Вон они, быстрее заводи автобус. Жми на газ. Все, туристов оставили здесь. Ладно, ребят, на следующем автобусе уедете. Чуваки обломались. Ладно, поищу, где бросить автобус. Давай. Хорош, бросать не надо, нормально средство передвижения. Ты как, Чарли? Да превосходно. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Слишком опасно. Нет, 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 нет. Не смей сдаваться. Если они добьются своего, я тебя никогда не прощу. Не волнуйся, Чарли. Я им не позволю. Да что с тобой? Что ты хочешь доказать? Ничего я не доказываю. Ну да. Что дальше, Нейт? Я собираюсь в Йемен. Ты со мной? Разумеется. Только вот попасть туда — проблема. Ну, есть там один человек. Кто? Ну, нет. Нет, нет, нет. У тебя есть другие предложения?
А если... Нет. Ладно. Давай, звони. Что там у него за человек? Йемен. Аравийский полуостров. Елена Фишер, иностранный корреспондент. Да, он Лене позвонил. Салли. Как поживаешь, милая? А, нет, извини, тут это неприлично. А, ну да. Вы можете держаться за ручку. Нет уж. Как ты, Елена? Хорошо, спасибо. Отлично выглядишь. Поскольку жизнь меня ничему не учит, я оформила вам необходимые документы. А, спасибо. Мне не волноваться о том, что у вас в багаже? Конечно, нет. Не. Ясно. Видно, пока нет. Прошу помнить, вы журналисты. То есть порядочные люди. Ты с этим справишься? Она к тебе обращалась. Ты с этим справишься. И какая нелегкая занесла вас в эти края? Ну, историей интересуемся. А, вот почему такая спешка. Ну да. Проклятый клад? Нет. Инфернальный злодей? Нет. Не умеешь ты врать, Дрейк. Что? Не умеешь. Давай не будем опять начинать, а? Да я... Где машина? А, вон там. Ну, я пойду отнесу багаж. Вот именно, не надо выяснять отношения, все. Нейт, а... Ты его еще носишь? А, да, ношу. В этой стране очень помогает. Вот оно как. Да, так что... Не обольщайся. А ты свое тоже носишь? Что? А, это, да. Это из-за него вы здесь? Ты не понимаешь. Я, наконец, доказал. Дрейк лгал о маршруте через Ост-Индию. 400 лет назад он был здесь. И зачем? Это нам предстоит выяснить. Да нет, тебе это все зачем? Я очень волнуюсь. Я способен о себе позаботиться. Я волнуюсь не за тебя. Что, за Салли? За Салли! Он пойдет за тобой на край света. Не проси, имей совесть. Я не понимаю. К чему ты мне это говоришь? Готовы? Поехали давай. Ты нас просто подбрось до города и ладно. Ну нет уж. Вы теперь под моим присмотром. Я с вас глаз не спущу. Историческое исследование. Поиграем, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан, и воткните колокольчик, чтобы получать уведомления, не пропустить новые свежие ролики. Всем удачи, всем пока!